Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как откатиться на предыдущую версию iOS и как проверить, возможно ли на нее обновиться. То есть о чем говорится? Допустим, вы сейчас сидите на iOS 14.3, а вы хотите откатиться на iOS 14.2. Что для этого нужно знать? Нужно знать в первую очередь, подписывается ли Apple эта прошивка. Что это значит? Это значит, что эта прошивка еще возможна для отката назад с помощью Apple, то есть через iTunes. А это значение, подписывается ли Apple, это то, что поддерживается ли она официально. То есть неофициально очень тяжело откатиться, это через jailbreak, и это, как правило, грозит плохой работе вашего iPhone, а то и возможно превратить его вообще в кирпич, не советую. Сколько длится обычно срок того, как, допустим, вот была iOS 14.2, вышла iOS 14.3? Как правило, не больше недели, она еще подписывается компанией Apple, вы можете откатиться назад. То есть вот суть того, что я хотел вам донести, чтобы вы понимали. То есть когда выходит новый iOS, у вас еще есть буквально дней 7, максимум 8, вы можете откатиться на предыдущую версию iOS, чтобы вы знали. Дальше она уже не подписывается, естественно, это, конечно же, плохо. Я бы сейчас в данный момент обновился на iOS 13.6 или iOS 13.7. К сожалению, это невозможно. Но что имеем, то имеем, нужно приспосабливаться. Как проверить, подписывается ли прошивка в данный момент? Я вам оставлю ссылку в описании под видео, вы перейдете и сами будете проверять для себя. Вот, я вам демонстрирую на своем iPhone, перехожу по ссылке. Что мы видим? Нам нужно выбрать устройство, выбираем там iPhone и выбираем марку вашего iPhone, и все. И, как правило, сейчас показывается, на какую можно откатиться. Сейчас актуально iOS 14.3, а все остальное, что светится красным, это на то, что мы уже не можем обновиться, к сожалению. Вот и все. Цель моего видео достигнута. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваши комментарии. Для меня это очень важно. Всем пока!